Все мое почтение, друзья, и вот и набирает скандал 11 февраля 2022 года, скандал с олимпийцами российскими, и в частности вот Валиева, ее якобы поймали с допингом. Вот я хотел бы спросить у вас, вот почему Россия постоянно вляпывается в эти допинг-скандалы? Разве нельзя без этого? Вот почему мы не слышим американских спортсменов, допустим, с допингом, других, третьих, четвертых, что непонятно, что выяснят, что был допинг, начнется скандал. Зачем это? Зачем, вот, допустим, подвергаться такому риску скандала? Вот если бы она, допустим, заняла третье, даже четвертое место, ну, заняла, никто бы этому не удивился, допустим, не было бы такого скандала, не было бы таких казусов. А так вот, и не первое, и не второе, и не третье, даже не четвертое место, а скандал с этим допингом. Зачем стремиться к такому якобы величию, а потом садиться в лужу с этими допингами? Или в России уже нету нормального спорта, только химия? Вот как вы считаете? Напишите в комментариях, почему происходит именно так. Или это путинская установка, колоть их, этих спортсменов, химией, как колят этого самого Путина? Вот напишите в комментариях.